13 семьям из города Сатпая в Карагандинской области грозит выселение. Арендное жилье без права выкупа новоселы получили в августе этого года. Несколько дней назад жильцам пришло уведомление о том, что до 3 декабря им нужно покинуть полученные квадратные метры. Якобы жилье они получили незаконно. В ситуации разбирался наш корреспондент в регионе Вера Шеллер. Эти кадры сняты одним из местных телеканалов в августе этого года. На видео Аким Сатпаева вручает ключи от арендного жилья 56 очередникам. Для 13 семей счастье продлилось недолго, по словам местных властей. Им жилье выдали по ошибке. Покинуть свои квартиры, согласно уведомлению городской прокуратуры, новоселы должны до начала декабря. 3 ноября мы получили уведомление от Акимата о том, что 3 декабря мы должны освободить дом. Мы не понимаем, Акимат издевается над нами. Сам Аким города торжественно нам вручил ключи, а теперь их обратно забирают. Кто за это ответит? Куда я пойду зимой с тремя детьми? Дом был построен по программе «Нурлы Жер», и квартиры предназначались только для очередников из категории социально уязвимых слоев населения. Между тем, заветные квадратные метры получили 12 работников бюджетных организаций и один госслужащий, которые несколько лет стояли в очереди на получение жилья. Люди жалуются, что большинству из них идти некуда. Когда мы получили ключи от Акима, то радовались. А теперь это как гром среди ясного неба. Мы уже тут ремонт сделали. Кто нам теперь поможет? Власти обещают разрешить ситуацию в ближайшее время. При этом уверяют, выселять зимний период никого не будут. Членами жилищной комиссии Сатпаева при заселении были допущены ошибки. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей членами привело к нарушениям правил выдачи жилья, за что подверглись дисциплинарному наказанию. В ближайшее время все проблемные вопросы, связанные с этим домом, будут решены. Самое главное, люди не останутся без квартир, их выселять не будут. Обещаниям властей жители не верят и покидать квартиры, ключи от которых им лично вручил Аким города, они не намерены. По крайней мере, пока Акимат не предложит им достойной альтернативы. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал «Атамикен Бизнес».